Здравствуйте, уважаемые коллеги. Рада приветствовать вас. Скажите, пожалуйста, меня слышно, видно? Отлично. Спасибо. Спасибо. Отлично. Хорошо. Ну, я смотрю, всем все слышно, видно. Очень рада, что связь сегодня на данном этапе все хорошо. Рада приветствовать вас. Меня зовут Лидия Владимировна Курова. Я преподаватель МПАДа. И сегодня хочу с вами затронуть такую тему, как роль интерактивных игр в развитии ребенка. Прежде чем говорить о интерактивной игре, об интерактиве, хочется упомянуть сначала, что же такое игра. Игра – это, во-первых, для детей дошкольного возраста. Всем хорошо известно, что это ведущая вид деятельности. Дети с удовольствием и с легкостью постоянно включаются в игру и проигрывают очень много. Так, простите, пожалуйста, звук заедает, нет звука. Звук дребезжит. Если я микрофон немножко дальше. Так, звук не активен. Я попробую немножко уменьшить. Так. А так, хорошо слышно? Так, а и вот так, посмотрите, я перезагрузила звук, сейчас все равно фонит. Так, давайте, что я могу сделать. Администратор, можно вас помочь? Одну секундочку, сейчас я с администратором сижу. Что можно сейчас предпринять? Созвать. А, обновить, да? Угу. Да, со звуком пишет, что не надо сделать. Так, а если я сейчас сделаю прикрытие вещания, у меня будет весь эфир. Да, и перезагрузить именно звук. Звук и видео. Так, вот я вышла, как сейчас со звуком. Сейчас хорошо? Отлично, ага. Ну, вроде пишут люди. Не слышно, не видно. Кому не слышно, не видно, необходимо обновить страничку, нажать на F5. Все, спасибо большое. Так, слышно, видно. Угу. Замечательно. Давайте продолжим. Я остановилась на том, что игра – это ведущий вид деятельности для детей дошкольного возраста, и поэтому мы должны всяческим образом, конечно, поддерживать игру в данном возрасте и, конечно, всячески помогать детям. Но интерактивная игра, она тоже имеет место в жизни, в нашей жизни, в жизни наших детей. Потому что вы видите,
Потому что вы видите, в каком сейчас мы живем мире, да, в мире информационном, в мире интерактивном, где всегда все идет вперед, все движется, развивается, поэтому мы детей должны готовить к такому будущему, когда будет все, все в интерактиве. Мы должны быть к этому готовы. Мы должны понимать то, что, что изменится через много лет, и мы должны каким-то образом детей немножко подготавливать. Поэтому интерактивные игры в этом случае нам очень хорошо помогают, потому что они активные, это активный метод обучения. И сегодня мы попробуем с вами разобраться, какие бывают интерактивные игры, можно ли применять в процессе воспитания, обучения ребенка, развивающие интерактивные игры. В наш век, в век, в котором мы живем, даже сегодняшняя ситуация, в которой мы находимся, мы, вот в какую мы попали ситуацию, да, карантин, детские сады закрыты, школы закрыты, родители работают дома на удаленке, дети занимаются, из детского сада проходят занятия в интерактивном режиме. То есть мы сейчас в такой компьютеризации, и мы должны идти в ногу со временем и своих детей, своих воспитанников, конечно, для своих детей, для своих воспитанников, находить такие интерактивные игры, которые будут помогать в развитии, в их развитии. Потому что с помощью интерактивных игр можно организовать как индивидуальную, так и групповую работу. Можно повторить пройденный материал, закрепить ранее изученный материал, повторить какие-то знания и сформировать полученные умения. Для детей от 3 до 7 лет, то есть для детей дошкольного возраста, это необычайно эффективный и действенный метод обучения, интерактивная игра. Она позволяет в легкой форме рассказать малышам про окружающий мир, познакомить с героями сказок. Коллеги, я смотрю, опять пишу плохой звук. Давайте тогда я попробую отключить видеокамеру, чтобы интернет не расходовался на картинку видео. Тогда, может быть, будет четкий звук и будет легче слушать. Так, давай, как сейчас меня слышно? Презентацию видно, меня слышно, фонит нет. Так хорошо, лучше. Отлично. Ну давайте тогда без видео, чтобы был хороший звук. Интерактивная игра это такой один из методов познания окружающего мира и приобретения жизненного опыта посредством искусственно созданных ситуаций. То есть мы можем с вами создать какую-то, смоделировать ситуацию, которая поможет найти решение в данной задаче и донести нужную информацию до ребенка, не ожидая, чтобы прошло какое-то огромное количество времени. Потому что в интерактивную игру мы можем заложить решение задачи в очень узкий период времени. Например, даже вот посадка цветов, да, как цветочек мы сажаем в землю. Это очень здорово, когда дети делают самостоятельно. Потом они наблюдают процесс, когда всходит росточек, потом растет эта растенница, потом можно будет посмотреть, как вырастет он еще больше. Там, да. В интерактивной игре мы можем этот процесс моделировать и показать за одно занятие с детьми в достаточно доступной форме, как это происходит. То есть интерактивная игра – это помощник в первую очередь. Методика
интерактивной игры, она также очень проста. Воспитатель описывает ситуацию, которая, по его мнению, наиболее соответствует данной возрастной категории детей, группы этой, и либо это какой-то один ребенок. Все зависит от того, как мы будем моделировать игру и какая аудитория с нами будет работать. И, конечно, по теме, по этапу в развитии воспитания детей. Для младшей возрастной группы, для малышей и в интерактивных игр роли распределяет сам педагог, в то время как уже старшая возрастная группа получает большую свободу в действии. И в ходе моделирования ситуации дети получают возможность самостоятельно проанализировать роли, распределить их в группе, проанализировать возможные варианты развития ситуации, предугадать возможные исходы. Если в младшей группе, младшей возрастной группе младшего возраста интерактивная игра предлагает какой-то четкий сценарий, на основе которого дети приобретут тот или иной опыт, то уже в старшем возрасте, для детей старшего дошкольного возраста, уже нет такого четкого сценария. Здесь можно уже идти от ребенка большую часть, потому что, простите, презентация только заставка. Обновите, пожалуйста, страницу, у кого заставка, уже слайд перешел. Потому что дети уже более старшего дошкольного возраста, и им уже свойственно проявлять инициативу и активность. Конечно, обязательно хочется сказать, что у каждой монеты есть две стороны. Так и у интерактивных игр. Конечно, то, что интерактивная игра является развивающей, это несомненно. Что сюжет игры – это смоделированная ситуация, в которой ребенок, участник, игрок должен выбрать одну из ролей и справиться с поставленной задачей. Таких игр очень много. Развивающие интерактивные игры разрабатываются для самых разнообразных возрастных категорий, могут внедряться в процесс воспитания и обучения ребенка с ранних лет. Но обязательно надо сделать акцент на том, что правильное дозированное введение компьютерных развивающих игр в процесс обучения позволит ребенку не только получить новые знания, закрепить пройденный материал, но также освоить основы пользования персональным компьютером, что крайне важно для нашей глобальной компьютеризации. Чуть позже дальше я вам покажу примеры того, как дети дошкольного возраста могут пользоваться персональным компьютером, и что они могут, какие они продукты могут получать из этого опыта. Но, конечно, мы должны не забывать обязательно, что бесконтрольное введение детских компьютерных игр может пагубно сказаться на воспитании ребенка. Мы не имеем права посадить ребенка за планшет, за компьютер и забыть, чем он там занимается, не обращать на это внимания. Мы это делать просто не имеем права, это должно быть преступление, как для родителей, так и для педагогов. Потому что каждую компьютерную игру, любую интерактивную игру необходимо сначала взрослому внимательно посмотреть, внимательно проанализировать, правильно ли подходит данный материал для возраста ребенка, которому это предлагается. Достаточно ли понятно будет ребенку и сможет ли он справиться. Это очень важно. Да. Это как можно использовать и как часть занятия, а можно будет использовать даже как часть, не часть, а как целое занятие. Екатерина, спасибо, Викторовна.
Потому что когда мы будем знакомить и учить детей основам персонального компьютера, когда будем знакомить их с какими-то не для развлечения, а для развития программами, то это может быть и целое занятие. Но опять, это как целое занятие? Мы можем фрагментарно показывать на экранах, на интерактивной доске, интерактивные столы. Сейчас же очень большое многообразие различных интерактивных игр на столах, на досках, на планшетах, на персональных компьютерах. Сейчас даже сделали, придумали такие вот, наверное, может быть, у кого-то есть полуинтерактивные проекторы там, да, стены. То есть сейчас интерактив вводится в нашу жизнь очень активно. Так, и мы, когда мы вводим, мы, взрослые, родители, педагоги, должны полностью контролировать процесс, наблюдать за реакцией ребенка, способом прохождения игры, выполнением отдельных заданий. Потому что не зря же развивающие интерактивные игры для детей также применяют и психологи, когда составляют психологический портрет ребенка. Это очень удобно для работы. Игры для персонального компьютера. Вот тут я вам привела примеры, да, когда вот интерактивный стол, интерактивный пол. Они развивают определенные навыки и умения, способствуют более легкой адаптации ребенка, быстрому усвоению нового материала. В отличие от настольных развивающих игр, интерактивные игры для детей поглощают их внимание, анимации, яркими образами, цепочкой последовательных действий и задач, предлагаемых ребенку для решения. А динамика игры способствует, конечно же, тренировке внимания. Виртуальная реальность при правильном подходе и представлении ребенка становится мощным инструментом интеллектуального развития. К сожалению, многие родители, педагоги упускают момент компьютерного образования, так сказать, ребенка, представляя компьютер и виртуальную среду лишь в качестве игровой платформы. Этого делать, конечно же, нельзя, потому что это мощный инструмент, который мы можем, и у нас есть все для этого ресурсы, предпосылки использовать в своей работе. Конечно же, помимо преимуществ, есть и недостатки таких игр для детей. Потому что если чрезмерное увлечение развивающим интерактивными играми для детей способствует, естественно, формированию зависимости от интерактивной среды, от компьютерных игр, и в ходе развития основных качеств и навыков во время компьютерной игры ребенок больше отдаляется от общества, утрачивает навыки общения со сверстниками, закрывается в себе, как вариант тоже. Конечно, это все является признаком зависимости. Поэтому все должно быть в меру, все должно быть дозировано. И взрослый здесь является таким регулировщиком, который четко следит за тем, чтобы это не перешло никоим образом в зависимость для детей. Конечно, существуют недостатки. Недостатки – это отсутствие живого контакта, потому что это все-таки игра постоянно, да. Дети должны обязательно общаться, играть не только в электронные такие игры, в интерактивные игры, а тоже должны и между собой общаться, то есть социум должен быть. Отсутствие физической активности – это если, конечно, вот сел утром и вечером встал из-за компьютера, когда родители так иногда делают, когда не знают, куда ребенка, дети, это очень печально.
потому что дети дошкольного возраста, они сами по себе очень активны, и им просто необходимо двигаться, должна быть обязательно физическая активность. Также это высокая степень вовлеченности в процесс, что провоцирует развитие пренебрежения другими видами деятельности. Например, там, помощь родителям, например, выполнение каких-либо заданий, отдых, я не знаю, там, какая-то вот посильное поручение, которое ребенок может сделать самостоятельно. Бесконтрольное увлечение играми, развивающие негативные качества характера, как жестокость, грубость, безжалостность, упорство, конечно, может очень сильно сказаться на развитии и характера ребенка. Поэтому прежде чем давать какую-либо интерактивную игру, задача взрослого, как я уже говорила ранее, обязательно просмотреть, проанализировать, попробовать самостоятельно сначала пройти, потому что, ну, рынок очень большой, игр огромное количество, и что нам предлагает рынок, мы тоже не можем знать все, да, потому что ответственный создатель данной игры или не очень ответственный, и какую цель преследует, мы тоже, к сожалению, не знаем. Поэтому задача взрослого все проанализировать, просмотреть, прежде чем дать в руки ребенку. Да, спасибо, Наталья. Соблюдение дозировки, контроль, совершенно верно. В современном мире мы не можем без таких игр никак. Компьютерные игры, они полезны чем? Они развивают память, логическое мышление, мелкую моторику именно при работе с мышкой или на клавиатуре, мелкую координацию движений, зрительную моторную координацию и, конечно же, психологическую готовность к школе. Это была у меня такая вступительная небольшая часть, и сейчас я вам хочу показать то, как я с детьми проводила занятия, проводила игровые сеансы по интерактивным играм, и что мы с детьми добивались, каких успехов. Ну, для начала, вообще, когда мы ребенку предлагаем поиграть, предлагаем познакомиться с какой-либо интерактивным, да, будь то это интерактивная доска, персональный компьютер, ну, какие-либо такие вот гаджеты, там, я не знаю, что угодно, мы сначала должны познакомиться с правилами. Ну, вот мы с детьми самостоятельно вместе придумали правила, что, ну, понятно, с грязными руками нельзя, потому что может просто выйти из строя данный продукт. Там, нельзя бить по клавишам, сломается, нельзя бесконтрольно включать-выключать компьютер, нельзя есть во время работы с компьютером, дергать за провода и тыкать монитор. Дети, в принципе, всегда очень просто и легко к этим правилам относятся и их легко соблюдают. Для того, чтобы мне дальше вам продолжить презентацию, мне необходимо сделать показ экрана, потому что здесь не загружаются небольшие видеоролики. Секундочку. Сейчас я переключу экран. Так. Видно, да, сейчас я переключила. Скажите, пожалуйста, видно сейчас экран, потому что я демонстрацию вижу. Сделала демонстрацию рабочего стола, чтобы показать вам дальше. Хорошо. Так, правила мы с вами проговорили. Теперь, какие дети могут создавать продукты? Вот посмотрите, это открытка, которую ребенок на компьютере может сделать самостоятельно для мамы. Что здесь? Это, конечно, ребенок уже старший,
переподготовительной группы. Все зависит от того, знает ли он букву. Он выбирает готовую картинку и печатает текст. Конечно, текст, который ребенок печатает самостоятельно на компьютере, он демонстрируется на интерактивной доске или, не знаю, там, на мольберте, где-то так, чтобы ребенок видел текст, он мог напечатать это. Да, это для старших детей. И здесь вот написано: «Дорогая мамочка, поздравляю». И кто это, да? Или вот к 23 февраля, когда делают дети там, для папы открытки. Это уже более младшего. Ну, смотрите, вот верхняя открытка, это где написан текст, это более старший, это уже в программе Find. А в нижней открытке это уже более средняя группа, потому что здесь просто рисунок идет. Ребенок в процессе работы в этой программе, он здесь изучает сначала формы, как рисовать, потом он добавляет разные формы, квадрат, треугольник, звезда. Нет, вы знаете, это взрослые сначала с детьми, показывается и учатся азы, как взять фигуру, как нарисовать, как держать мышку, какие есть клавиши для работы в этой программе. А потом уже это создает уже сам ребенок. Здесь взрослый никак не участвует в создании конкретных открыток. Вот тоже посмотрите новогодние открытки, которые дети самостоятельно рисуют, у кого как получается, у кого мелкая моторика еще не очень развита, то посмотрите, крыши получается чуть меньше, да. У кого более мелкая моторика хорошо развита, то уже больше. Здесь, конечно, уже мы печатаем, это более взрослые дети, потому что они могут уже напечатать. Знакомство с клавиатурой произошло, и дети самостоятельно набирают текст. Такой вот уже совсем взрослые дети, большие группы, когда делают двухсторонние открытки, они на одной стороне рисуют картинку, оформляют ее так, как им хочется, с другой стороны они пишут, пишут текст, тот, который хотели бы использовать для поздравления для мамы и папы. Вообще дети очень любят создавать такие открытки, с удовольствием это делают, потому что потом, когда это распечатать, и дети несут поздравлять родителям, то вы не представляете, с какой гордостью они это делают. Потому что продукт, который они дарят, они создали сами. Ну, вот тоже как вариант, тоже вариант открыток. Ну, здесь вот я вам предложила фотографию, представляю, которую вот мы занимались с детьми, и они действительно печатают, немножко вводят, рисуют самостоятельно, это потому что дети могут, если их правильно направлять, если, да, спасибо, Ирина, занятия регулярные, да, то конкретно те дети, которые занимаются, они многого могут достигнуть. Поэтому очень так печально, когда этот возраст упускают и не используют, используя только как игры, а не только как развитие и как умение пользоваться персональным компьютером, что очень дальше в жизни пригодится даже в школе. Ну, это более сложный этап. Это мы создавали с детьми такие выпуски академические новости. Конечно, дети, которым 3 года, конечно, они только с воспитателем. Дети, которые 3 года, они не смогут так нарисовать. Да, каждому нужен ноутбук для того, чтобы каждый ребенок мог создать свой продукт. Обязательно. Давайте вернемся к нашим академическим новостям. У нас выходили такие академические новости в детском саду, куда мы изучали какую-то глобальную тему. Потом это свои знания дети переносили в компьютер и получались такие вот журналы, которые потом старшая группа, старшая подготовительная группа, у нас было такое в рекреации место, куда они составляли эти журналы,
либо потом приходили к младшим и рассказывали, например, про мир растений, когда там какие растения ядовитые, какие полезные. И это было летом, мы когда говорили, смотри, осторожно, крапива там у нас жгучая. И вот малышей они очень доходчиво обучали с удовольствием. Вот это как раз на прогулке. Вот девочка на левой фотографии из подготовительной группы, Каролинка, она вот принесла эти букеты малышам, и потом они стали эти растения искать на участке, что у них растет, какие есть растения ядовитые, а может быть полезные у них такие вот жгучие. И это было здорово, конечно. Детям это очень нравится. Также, чем еще могут обучиться дети на компьютере? Создание презентации. Дети очень любят рассказывать о себе. И вообще очень обучаемые, когда они говорят о себе. Поэтому я предложила деткам принести фотографии, всего лишь 5 фотографий о себе. Вот сейчас загрузится презентация. Это девочка сделала, посмотрите, яркая такая презентация. Она принесла фотографию, просто написала на 5 слайдах, что она любит делать. Вам видно, да? Детский садок, к сожалению, да, нет компьютера. Так, кому-то видно, кому-то ничего не видно. Но если вам не видно, пожалуйста, обновите еще раз страницу, потому что это загружается отдельная презентация, и, может быть, она нужна, для нее нужно обновление сделать. Угу. Так, и вот она рассказывает о себе, что она любит делать. Таким образом, мы обучаем программе PowerPoint ставить картинку, ставить текст, изменить фон, изменить размер шрифта, сделать какую-то очень простую анимацию для их презентации. Они с удовольствием это обучают, лучше посмотрите. Фотографии делают и круглые формы, и прямоугольные формы. И она вот пишет, чем она любит заниматься, любит фотографироваться, любит быть фотомоделью. Ну и вот она со своими друзьями. То есть такие вот ходы, когда ребенок сам про себя рассказывает, то это очень здорово. Потеряла комментарий, это не совсем интерактивные игры, это читала, простите, но я же это и сказала, что это не интерактивные игры, это здорово, когда мы используем этот ресурс для развития ребенка. Мы не только должны играть, мы должны обучать. И когда дети, у меня просто комментарий убежал куда-то, когда дети учатся и развиваются в этой области, это очень здорово. Вот тоже, смотрите, группа, воспитательная группа, Алеша, он тоже рассказал о себе, чем он любит заниматься, и совершенно такая другая подача материала, очень, ну, мальчуковская, я бы сказала. Хочу вам сделать тоже комментарий. Когда я работала в детском саду, у меня тоже не было в группе детского сада. У нас был компьютерный класс, где мы приходили и работали с детьми в этом классе, а не в группе. Ну, интерактивная доска у вас есть хотя бы? Но, к сожалению, понимаете, в наш век компьютеризации, глобализации у нас нет ничего. Это очень печально. Также хочу вам показать тот продукт, который дети могут самостоятельно создавать. Это мультфильм. Слышно, Зоя? Мышь.
не развивается. Там мышцы мозга, а там жизнь. Из какао не кушка. Кто в селене живет? Ква. Я мышка на русском пи-пи-пи. А ты кто? А я лягушка, квакушка. Давай вместе жить. Ква. Бежал мимо зайчик, увидал теремок и спрашивает. Терем, терем, теремок, кто в тереме живет? Я мышка, кнарушка, пи-пи-пи. Я лягушка-квакушка, а ты кто? А я зайчик-попрыгайчик. Бегал зайчик, теремок, стали они жить втроем. Сначала в окошко. Эй, Тима, кто в тени живет? Я мышка на русском пи-пи-пи. Я лягушка-квакушка. А я зайчик-попрыгайчик. А я лисичка-сестричка. Собралась лисичка в теремок. Прибежал волчок. Серый бочок. Теремок, кто в тереме живет? Я мышка на русском пи-пи-пи. Я лягушка-квакушка. А я зайчик-попрыгайчик. А я лисичка-сестричка. А ты кто? Я волчок-серый-бочок. Волк в лес теремок, стали не петелки. Идет мимо медведь. Увидал теремок. Да как живет? Терем, теремок, кто в тереме живет? Я лягушка-квакушка. А я зайчик-попрыгайчик. А я лисичка-сестричка. Я волчок-серый-бочок, а ты кто? А я медведь-косолапый. И полез он в теремок. Лес, лес, лес. Ну, как еще взять на лес? И говорит. Я лучше у вас на крыше буду жить. А ты нас раздавлю. Нет, не раздавлю. Ну, так полезай. И только уселся. Бабах! Раздавил теремок. Разбежали все звери. Кто куда-то? Ну вот пока шла сказка, здесь задавали вопросы и писали, что это с фотографии или это что. Эти все фигурки дети самостоятельно сначала делают по компьютеру, потом вырезают и склеивают, да, это сами делают дети. Склеивают, и потом идет установка покадровая фигурок, детки фотографируют, он собирается этот мультик и озвучка. То есть это тоже такой способ, когда дети взаимодействуют с интерактивом. Ну, а здесь я хочу вам предложить те игры, которые... для более младшего возраста можно использовать, не такие сложные, когда вы самостоятельно можете изготавливать их в презентации PowerPoint. Ну вот, например, что здесь лишнее? Вот скажите, пожалуйста, как вы считаете, что здесь лишнее? Напишите. Яблоко, вишня, банан, шляпа. Ну да, шляпа. И шляпа у нас уходит в кружочек, и замечательно справились с задачей. И вот такие варианты мы можем классификацию проводить, правильно, да, шляпа, спасибо, и подводить с детьми какое-то заключительное занятие, да, здесь ремень совершенно верно, давайте проверим. Смотрите, например, если мы там цветочек какой-нибудь делаем, ну, никуда не уйдет, а ремень, он уйдет в кружочек, и тогда мы понимаем, что это совсем не относится к разряду цветов. И такие игры мы можем создавать очень
просто и легко. Это очень для всех доступно. Да, здесь платье. И с детьми проигрывать те сюжеты, которые необходимо закрепить. Также мы можем интерактивную игру сделать, например, кроссворд, когда у нас есть графы, ребенок здесь должен уметь читать. Вот, например, что это такое? Скажите, пожалуйста, что здесь спрятано? Половинка картинки чего изображена? Яблоко, яблоко, апельсин. Давайте посмотрим. На самом деле это не совсем яблоко, да. И мы можем проверить. Вот он абрикос, он сюда встал, и мы с детьми проговорили, написали, да. Но это тоже все зависит от той тематики, которая необходима сейчас для закрепления или для проигрывания. Эти игры конкретно то, что сейчас... А, это администратор, да, спасибо. Именно в программе PowerPoint. Это тоже, что здесь спрятано. Половинка чего? Да, груша. Дети очень любят такие игры, такие загадки. Они отгадывают, дальше мы можем... Здесь появляется груша. Следующая загадка. Что это такое? Здесь тоже половинка чего, что это тут изображено. Да, виноград. Виноград, мы смотрим полную картинку, что это действительно виноград. И мы проверяем, здесь все стало. А дальше мы можем усложнить. Все зависит от детей. Мы можем спрятать последнюю букву, мы можем подобрать любые слова, которые необходимо спрятать. И либо попросить... детей, которые умеют читать, дочитать окончание, вставить, соотнести. Так, ну вот вы молодцы, справились. А для тех, кому это очень сложно, не все такие умненькие, они смотрят на картинку, что это такое, соотносят с этим, и тогда уже появляется здесь слово «сад». То есть такие игры интерактивные тоже имеют место быть, и тоже могут создаваться самостоятельно воспитателем, родителем, взрослым, тем, кто умеет. Также есть такие игры, которые, интерактивные игры, которые развивают не только чтение, там учат читать, учат писать, там, но и звуковые, звуковой анализ производить. Например, мы можем поставить песенки и говорить, что это за... Мычка загружается, что это песня, о каком виде транспорта может идти. Да, это о воде, значит, это может быть у нас какао, это может быть водный транспорт. Здесь у нас песня о... Да, мы едем, это дорога, значит, это наземный транспорт, кстати, да, провести аналогию. И здесь... Да, воздушный транспорт, совершенно верно. Воздушный транспорт. А дальше мы можем детям попросить отгадать. Сначала мы запускаем звук, дети отгадывают, что это за транспорт, какой транспорт, во-первых, там воздушно-земный или воздушно-земный или водный, и, может быть, даже смогут назвать, что это такое. Вот, например, давайте попробуем с вами. На что это похоже? За звук? Что это за звук был такой? Вертолет пролетел, воздушный транспорт, совершенно верно. И потом мы показываем детям картинку, да? Воздушный вертолет, отгадали, молодцы, картинка убралась. Мы можем дать им следующее задание. Послушайте, пожалуйста.
Ну, вот тихо прожужжало что-то. Кто-нибудь услышал, что это прожужжало? Еще раз, может? Нет, не услышали. Да? Машина проехала. Ну, тихоче. Ну, это была такая... Это был катер. Да, плохо было слышно, на самом деле. Давайте тогда следующее я попробую включить. Не слышно, да, вам? К сожалению. Это была лодка. Это, собственно говоря, лодка такая вот на веслах. То есть такие игры мы тоже можем с детьми интерактивно проводить, развивать и слух, и зрение, и развивать со стороннего ребенка. Ну, дальше, к сожалению, времени у меня осталось мало, я вам покажу, какие тут были картинки, машины, метро. То есть можно разные виды транспорта озвучить, и дети должны отгадать. Это если мы делаем самостоятельно своими руками. Есть еще интерактивные игры, которые созданы... разработанные учеными, можно сказать, потому что вот то, что сейчас я вам предлагаю на экране, это интерактивная играющая форма «Величина», это целый годовой курс, эта игра разработана под редакцией Николая Евгеньевича Веракцы и Тамары Семеновны Комаровой и Альфеймины Дорофеевой. То есть это... Не просто так занятия, которые просто стихийно подобраны, а здесь уже все очень четко, то, что дети должны знать данный продукт на 3-4 года, в этом возрасте. Чем хорошо? Во-первых, хороша эта игра тем, то, что системные требования в программе все есть внутри коробочки. Все расписано, как подробно установить и что можно сделать. Методические рекомендации каждому занятию даны, какая цель, какая задача. То есть, если вам необходимо будет прописывать какой-то план работы, то здесь вы тоже можете взять очень подробную информацию. И для кого эта игра? Она как и воспитателям, как гувернерам, так же и родителям предназначена. Подходит для использования на групповых, на индивидуальных занятиях в детском саду, потому что здесь очень продуманное занятие, интерфейс игры расположен вот таким образом, содержится 12 занятий, и каждое занятие рекомендуется проводить по два раза, потому что первый раз это на закрепление, на освоение материала, а второй раз на закрепление. И данные задания не все направлены на развитие мышления, познавательного интереса и умения самостоятельно мыслить. Вот такие игры, когда детям предлагается обучаться, учиться, играть и не делать ошибок. Сейчас я вам хочу показать небольшие короткие видео, как эта игра работает. Здесь есть каждый занятие. Попробуй еще раз. Ну, посмотрите. Угостите каждого зверька своим лакомством. Здесь предлагается ребенку подобрать чего больше, чего меньше. И он сначала выбирает ежик, грибок, либо их одинаковое количество, а потом он уже их соотносит, притягивает друг к дружке. Таким образом он подтверждает, убеждается в том, что он выполнил задание правильно. Также каждая тема занятия состоит из четырех уровней сложности. И это позволяет учитывать индивидуальные особенности ребенка. Чего больше?
Немножко видео отстает от звука. Соедините предметы по парам. Да, и потом можно будет, вот сначала выбирается ответ, и потом соединяется предмет по парам, блюдечко с тарелочкой, можно тарелочку с блюдечкой, и ребенок смотрит, чего что действительно... Насекомых или растений? Здесь чашечек больше, чем растений. Молодец! Посадите на каждое растение насекомые. Да, правильно. Смотрите, каждая картинка движется, чего и здесь ребенок еще раз... Это третий уровень на ту же самую задачу. То есть три уровня сложности помогают как взрослому выстраивать занятия, двигаться от простого к сложному, а ребенку помогает таким образом совершенствоваться в данной задаче. И еще хочется сделать акцент на том, что в каждом занятии есть огромное количество вариантов, бесконечное количество вариантов, потому что там так механизм устроен, что случайный порядок, и каждое задание будет не повторяться. То есть задание одно, а картинки будут постоянно меняться. И поэтому у детей сохраняется интерес таким образом на протяжении всех занятий, и нет главной возможности запомнить правильный ответ. Так, картинка опять у меня немножко подвисает. Чего больше? Вот смотрите, были тарелочки. Чего больше? Так, сейчас обновится. Чего больше? Вот эта кнопочка есть. Правильно себя. Появляются Соедините другие картинки на это же, еще картинки. То есть и ребенку нет возможности запомнить правильный ответ, а приходится каждый раз ему думать, анализировать и искать правильное решение в данной задаче, что очень правильно. Важно. То есть такой игрой чего можно очень больше? Долго пользоваться, это не зря годовой курс, и поэтому это... Ну, давайте мы тогда сейчас вернемся в вебинарную комнату. И еще раз хочу остановиться на требования к развивающим компьютерным программам, потому что все подряд программы использовать нельзя, мы должны все время анализировать рынок и представленные продукты, на что нужно обращать внимание, что должен быть исследовательский характер, легкость для самостоятельных занятий ребенка, чтобы ребенок мог сам справиться, это очень важно. Развитие спектра навыков, широкого спектра навыков и представления, технический уровень тоже должен быть высоким. Соответствие возрастное – это обязательно, потому что нельзя дать ребенку такое задание, с которым он просто никаким образом не может справиться, ни по возрастным, ни по каким-то критериям. Конечно, занимательность, потому что занимательность – это на первом уровне, это должно быть очень это важно. Какие преимущества? Преимущества интерактивных игр – это огромный интерес у детей, образный тип информации, внимание ребенка привлекается, и можно использовать это очень в благих намерениях для самого ребенка, предоставлять возможность индивидуализации обучения, регулировать темп, количество решаемых задач, моделировать жизненные ситуации, которые просто нельзя увидеть в повседневной жизни, конечно, терпение компьютера, потому что компьютер никогда не скажет, сколько можно тебе повторять одно и то же, да, вот компьютер в этом плане, он скажет, подумай еще раз, и это очень хороший ресурс. Так, и хочу вам сказать, что промокод МПАДА, он еще работает, и он будет работать до 30 апреля, если вы перейдете по ссылке, которая... учебный методический комплект пока только для 3-4 лет, но сейчас идет работа над всей возрастной линейкой. Спасибо, администратор. Если вы перейдете по ссылке, то вы увидите данный продукт, который... можно установить на 5 интерактивных досок и использовать на 5 интерактивных досках в работе.
скидка 25% действует. Также я хочу вам напомнить, что сегодня будет по 7-го очень интересный антивандальный вебинар, когда не знаешь, чем занять ребенка дома, и как раз сегодня расскажут, как можно провести время с ребенком в интересной, доступной форме. Также хочу вам сказать, что технология круг тоже скоро будет рассказан, это рассказанная технология, представлена на нашей Международной педагогической академии. Приходите к нам на наш сайт, записывайтесь на наши вебинары. Спасибо всем за терпение. Если у кого-то что-то выбивало, информацию не было видно, то, пожалуйста, посмотрите в записи. Запись будет доступна вам по ссылке в вашем личном кабинете. Заходите в свой личный кабинет, ищите вкладку лекции, нажимаете на нее и попадаете на этот вебинар. Так, здесь еще есть 3 вопроса. По окончанию презентации можно будет скачать. Вы знаете, я думаю, что можно будет скачать эту презентацию. Вопрос только, я не знаю технически, как сейчас это сделать. Администратор, подскажите, пожалуйста, а как можно будет скачать эту презентацию? Она будет доступна? Сейчас нам ответят. Да, презентация доступна вот здесь, вот прямо на вебинаре. Можно ее будет скачать. Я так понимаю, когда закроется вебинар, там будет вам представлен выбор, чтобы эту презентацию получить. Спасибо, вопросов нет. Всего хорошего, до свидания.